В работе сессии приняли участие 27 депутатов городского совета, руководители аппарата горосполкома, руководство отдельных предприятий и учреждений города, а также депутаты Донецкого областного совета Василий Ежелев и Александр Жувак. Депутат городского совета, директор общеобразовательной школы номер 2 Людмила Дубинка в своем богатом на эпитеты и многочисленные сравнения выступлений была более категорична. Учитель обычной средней школы имеет ставку 119 гривен. Доплата за классное руководство 1-4 классов 1 гривна 63 копейки. В 5-11 классах 2 гривны 49 копеек. Проверка тетради 1-4 классах в месяц стоит 1 гривну 25 копеек. В 5-11 классах 1 гривну 63 копейки. Тетради в неделю учитель 5-11 классах, я сама учитель филолог, понимаю, проверяет 300 тетрадей, а в месяц их проверяем около 1000. Среди других решений, принятых сегодня на сессии, отметим введение в состав городского исполнительного комитета начальника красноармейского локомотивного депо Сергея Миронцева и председателя правления ГУАО «Шахта Красноармейская Западная номер 1» Леонида Байсарова. Своим единогласным решением депутаты утвердили стоимость фиксированного патента в сумме 80 гривен в соответствии с расчетами налоговой инспекции и мнением планово-бюджетной комиссии. 80 гривен, как вы указываете, это много, да? Но 76 гривен это было немного. 78, да? Это было немного. Вы еще на вас налаживали штрафные санкции, там проверяющие документы, вы вели бухгалтерию, вы отчитывались с декларацией. Правильно, это не было накладно. Но 80 гривен – это накладно. Я считаю, что это вопрос только амбиций, ну, моральный только вопрос, то, что там где-то дешевле, а здесь дороже. Начался праздник интереснейшим конкурсом профессионального мастерства на звание лучшей медицинской сестры больницы. В конкурсе приняли участие лучшие сестры милосердия хирургического и детского отделений, кардиологии и поликлиники. Дорогим участникам хочу пожелать сохранять на сцене уверенность в себе. Ведь одно то, что вы на этой сцене, говорит о том, что вы лучшие. Болельщикам не жалеть аплодисментов, бурной поддержки, находчивости, юмора. Ваше активное участие – это путь к победе. Конкурсные задания были интересны и разнообразны. Медицинским сестрам приходилось демонстрировать не только профессиональные умения, но порой и житейскую мудрость и смекалку, артистизм и коммуникабельность. А ведущие праздника главная медицинская сестра узловой больницы Нелия Скоробогатова и врач-офтальмолог Анатолий Блинов были просто неподражаемы. Праздник по-настоящему удался. Октября почтовое сообщество почти в 200 странах мира празднует Всемирный день почты в память об историческом дне 9 октября 1874 года, когда был создан Всемирный почтовый союз. Я хочу сказать, что к почте всегда и везде, наверное, было свое особое отношение со стороны населения, со стороны предприятий, организаций, потому что почта – это самый древний вид связи, которая всегда была, есть и она и будет.
Несколько лет назад мы у нас на сортировке перебирали целые мешки писем. Сегодня, конечно, эти мешки исчисляются единицами. И хочу сказать, что все время почта, ну, свое дело делала. Делала и она, невзирая ни на какие политические события, ни на какие экономические ситуации, которые в стране, она все время доставляла, выплачивала то, что нам было доверено. И я хочу отметить, что люди, вот именно в почтовой связи, работают очень добросовестные. Мне хочется всех, своих сотрудников, своих коллег, поздравить с этим праздником, Всемирным днем почты. Пожелать им крепкого здоровья, большой выдержки и поблагодарить их от своего имени за добросовестный и честный труд. Жаль, что мы не только перестаем писать друг другу письма, но и редко прибегаем к такой услуге, как подписка на печатные издания. Приобретаем мы их в основном на рынках города. На что мы в первую очередь обращаем внимание, покупая газету. Почему вы купили именно эту газету? Ну, мне нравится, здесь и кроссворд есть, и информации много, есть что почитать. Здесь и на этот, программа объемная. Интересная газета. Я ее все время беру. Вообще-то я работаю на телескопе, но я наменялась. Орбита в основном идет. Скажите, а берут из-за программы или что-то в ней еще есть интересного? В орбите? Ну, наверное, в основном из-за программы. Я вчера торговала вот там на входе. Орбитой. И меня больше пошел больше, ну, выпуск, чем обычно. Я считаю, что она стала интереснее. В вышедшем новом номере газеты «Орбита Плюс» на 8-й странице прилагается специальный купон – конкурс телекомпании «Орбита». Подробно ответив на вопросы, прилагаемые в конкурсе, и выслав нам этот купон, вы получаете возможность участвовать в розыгрыше призов от телекомпании «Орбита». Кроме того, выразив свои пожелания и предложения, вы поможете нам сделать наши программы лучше и интереснее. В Красноармейском районе работают 22 общеобразовательных школы и одна вспомогательная школа-интернат. Гришинская общеобразовательная школа считается одной из лучших в районе, во многом благодаря сложившемуся коллективу настоящих профессионалов, возглавляет который Александр Петрович Евтушенко. Накануне профессионального праздника за большой вклад в развитие образования учителя начальных классов Гришинской школы Надежда Александровна Евтушенко и Галина Петровна Черкашина были награждены почетными грамотами соответственно Министерства образования Украины и Управления образования облгосадминистрации. Лично вручил грамоты и поздравил с праздником педколлектив школы заведующий отделом образования Красноармейской райгосадминистрации Виктор Земляной. Як нам не важко, але ми завжди готові принести радість дітям, готові принести щось нове в їхньому житті. Хочемо звернутися до своїх дітей так, щоб вони бачили, що про них піклуються, що вони повинні навчатися, яка б це не була сім'я. Чи це багатодітна сім'я, чи це сім'я, в якому батьки чомусь не можуть дати гарне виховання дитини, чи це сім'я, в якої все гаразд. У нас всі діти рівні. І я хочу в цей святковий день, щоб для всіх наших учителів були діти найкращими в їхньому житті. Побажати ясно своїм колегам доброго здоров'я, не зважаючи на цей скрутний час. Поздоровте одним одному, вклоніться їм. Хай завжди буде на ваших устах усмішка, радість. Хай вона передається дітям. Хай вам щастить на вашій учительській ниві. Вам всім доброго здоров'я. Свято вас, дорогі колеги. Я хочу поздравити всіх працівників, які працюють в школах, дошкільних, внешкільних учреждениях, з цим поясненням всенародним праздником. Низько поклонитися за те, що в цих сложних условиях економічних люди працюють сповна, не жалея себя, сил своих. Я хотел бы пожелать всем работникам образования доброго здоровья, творчества в работе, педагогического поиска, находок. Я хотел бы пожелать терпения и, конечно же, благополучия в семьях, всего самого хорошего.